Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как на устройстве Honor 8X сделать перенос данных с внутренней памяти на карту памяти. Для этого открываем приложение «Файлы», можем перекидывать изображения, видео, аудио, документы, архивы, приложения, избранное, личное. Давайте скинем какую-нибудь картинку, допустим, скриншот наш этот. Затем тыкаем «Еще». Нет, затем их просто копируем, или же хотим скопировать, или переместить. Давайте скопируем. Переходим в карту памяти и, допустим, в папку «Download». И нажимаем «Вставить». И таким образом можем перекидывать картинки с телефона на карту памяти. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.